Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я буду издеваться над дальнобойщиками. Я буду им мешать работать, посмотрим на их реакцию. Если вам понравится данное видео, то, возможно, в будущем запишу что-нибудь подобное, поэтому все зависит только от вашей активности. Ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Введите промокод Полкана на любом сервачке. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, давайте начнем издеваться над дальнобойщиками. Сейчас будем их искать. Но в любом случае я буду выдавать компенсацию, поэтому вы не думайте то, что я просто буду издеваться и люди из-за меня будут страдать. То есть в любом случае в этом ролике мы немножко поиздеваемся и при этом люди еще заработают неплохие деньги. Блять, я на самом деле, когда думал записать такой ролик, я думал, что будет полегче, но почему-то именно на фуре найти человека очень сложно. То есть в основном все работают на озонах. Мы сможем как бы ему отцепить прицеп. То есть есть такая команда, с помощью этой команды мы можем отцеплять как бы прицеп, и тем самым мы будем как бы ему мешать. Так, вот он, короче, едет, и давайте ему отцепим прицеп. А нет, он походу отцепился. Но мы почему-то это не видели, я не знаю почему. Короче, какой-то рассинхрон, поэтому прицеп как бы отцепился, но... Ну почему такой ролик вроде бы интересный должен получиться, но по итогу, блядь, все работает не так, как нужно. Ну что ж, давайте еще раз это сделаем. В этот раз мы теперь увидели то, что он цепляется. То есть я ему максимально просто мешаю. Не знаю, мне почему-то смешно, мне кажется то, что это забавно. Но в любом случае, как я и сказал, мы как бы ему накинем денежку. И обратно его прицеп отцепил. Но я просто не знаю, каким образом можно еще мешать бойщикам, то есть пока что только таким образом. Возможно, есть какие-то еще команды. Бля, как ему максимально просто, знаете, я думаю, жестко прям. Его прям это бесит, я прям чувствую. Теперь он не может его вообще зацепить, то есть он застрял. Ну что ж, давайте еще раз ему сейчас помешаем, как раз на повороте, я думаю, он будет поворачивать. Доминик, пожалуйста, прости меня, но ты получишь денежку, поэтому, я думаю, ничего страшного. Ну ладно, я думаю, не будем его больше доставать, переходим к другому игроку. Как бы комиссия 25 тысяч, но думаю, ничего страшного. Я думаю, он догадается, то, что это я как бы делал. Все, у него прицеп улетел просто. Так, у него 15 уровень, кстати, денег у него особо много. Но мы немножко ему помешаем сегодня. Так, ну что, давайте еще раз ему помешаем. Ждем, пока он сейчас в порот будет заходить. Возможно, сейчас у него прицеп прям жестко улетит. Улетел прицеп просто вниз. Сейчас он, скорее всего, груз пропишет, я думаю. Да, он прописал команду груз. Но у него не зацепился. Как я ему сейчас жестко навредил, ребята. Прям жестко ему навредил. То есть ему придется теперь по полям ехать за прицепом. Потом вместе с этим прицепом как бы выезжать. Вот сейчас будет поворот. Мы прописываем команду. Вот так вот, поближе, поближе, поближе. Все, прицеп улетает в воду, пацаны. Не, не долетел. Ну почти. Блин, я извиняюсь на самом деле. Но, как я и сказал, они получат компенсацию. Поэтому можете не переживать. Но в любом случае я накину бабок. Вы сами это видели. То есть, так, вот, переводим 500 тысяч, Вове, никаких, думаю, претензий у него ко мне не будет. И прицепик у него немножко улетел. Кстати, у него довольно-таки большой уровень, 37-й, то есть это не новичок, но он работает на фуре транспортной компании. Вот реально, не было бы лимита на эту команду, блин, было бы намного лучше на самом деле. Было бы очень прекрасно. Так, прицеп у него обратно улетает. Вот так вот получилось. Теперь он не сможет его зацепить, скорее всего. Давай, газуй, газуй, газуй. Вот здесь будет хороший поворотик, чтобы как бы твой прицеп сказал до свидания. Просто видите, небольшой такой раз синхрон имеется, поэтому я до конца не понимаю, улетел он, не улетел. Так, вот еще один интересный поворот, который нам очень даже поможет. Все, прицеп у нас улетает, но не в воду, блин, я думал, сейчас он в воду улетит, но, к сожалению, так не получилось сделать. От данного игрока тоже не последовало никакой реакции, поэтому, я думаю, переходим к следующему игроку. Сейчас я ему денежку как бы скину, я думаю, сумма довольно-таки нормальная. Так, 61 ID, 500 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, продолжаем наше видео. Андрей Щепкин на очереди, поэтому давайте немножко ему помешаем. Я не знаю, какие еще команды, я посмотрел, ну, ничего такого прям нету, знаете, из команд. Везде нужно подтверждение, а вот именно с этой командой подтверждение какое не нужно. Можно было бы, конечно, еще как-то объектами поиграться, то есть, если вам этот понравится ролик, то в следующем ролике мы тоже будем издеваться, но в этот раз я буду уже использовать, допустим, там, объекты, чтобы максимально им мешать. Все как бы зависит от вашей активности, то есть, да, я понимаю то, что со стороны, на самом деле, это не очень прям хороший видос получается, то есть такая пробная версия, но в любом случае я могу еще пользоваться объектами, можно, допустим, поставить бочки, которые взрываются. Покажите хороший активчик, я думаю, запишем вторую часть, где уже будет все намного жестче. Кстати, у него он почти 190 стоит на третьем чипе, неплохо. Ждем поворот.
Опа, и вот так вот прицеп у нас улетает. Он из игры вышел, прикиньте. Он просто вышел из игры. Блять, а чё так? Так, он перезашел в игру. Он думает, что у него что-то баганулось, скорее всего. Он просто перезашел в игру. Ну ничего, Андрюшка, немножко пострадаешь, зато заработаешь намного больше, чем ты мог заработать. Он обратно из игры вышел. Ёбаный рот. Зачем? Если что, это я прикалываюсь. Не нужно в игру перезаходить. Это я прицеп тебе цеплял. Держи. Я думаю, ладно, скажу тебе, потому что ты будешь постоянно перезаходить в игру. Думаю, что за хуйня, раз прицеп отцепился, два прицепа отцепился, думаю, что за хуйня, блядь. Я так и понял. Я смотрю, ты раз офнулся, два офнулся, думаю, не, надо прикол заканчивать, думаю, скажу тебе, чтобы ты не перезаходил. Опача, привет, родной, ну что, поиграемся с тобой? Так, слышь, фейк, пишем команду. Так, с Андрюхой мы разобрались, думаю, как бы все понятно. Сейчас немножко поиздеваемся над Гаш. Гаш — это пацанчик, который у тебя часто в рулетке, кстати, играет. Поэтому немножко сегодня нас пострадает, как бы. Давай, разгоняйся, родной, газуй. Газуй, давай. Газ пол, давай, газуй, газуй, газуй. И вот так вот у тебя просто прицепик улетает. Так, немножко мы уже ему мешаем. Он, кстати, у меня спрашивал, будет ли сегодня стрим. Но он не подозревает то, что он сегодня попал, как бы, в видосик. Блять, этот рассинхрон меня бесит просто. Зачем он нужен? Так, прицеп у него улетел, как я понял, да. Да, улетел, улетел. Давай, газуй, газуй, газуй. И сейчас мы вовремя, надеюсь, это сделаем. Просто улетает прицеп. Просто по полям улетел. Он думает, ёбаный рот, вот это пизда вообще. Прицеп у него, конечно, улетел прям очень далеко. Но на это я и рассчитывал. Ну что, сейчас будет тот же самый поворот. Иди-ка ты сюда, мой маленький. Я готов. Я готов. Давай, 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 пошел. Улетел прицеп или нет? Да, улетел. Обратно улетел. В поле просто. Ну извиняй, братуха, ну извиняй. Ну блин, все ради контента. Что там, братуха, прицеп улетаете, что? Короче, каждые 2 минуты, короче, прицеп. А как такое может быть, интересно? Не догадываешься? А, это ты хитмейстер, да? Да. Ну извиняй, брат, контент снимаю. Немножко поиздевался. Ой, ты мой маленький, ой, ты мой маленький, привет тебе. Мне на самом деле даже жалко на Диму издеваться, потому что, ну хотя вроде уровень у него нормальный, но денег у него нету. Как бы прицеп его улетает далеко, далеко и надолго. Ну что, я думаю, самое время немножко ему помешать. И вот так вот прицеп просто улетает. Вот как такое может быть? Я не понимаю вообще. Бля, извиняюсь перед администрацией, если вы смотрите это видео, то что вам приходится как бы разребать после меня. Обратно я ему прицеп подцепил, он его пытается остановить. Ну блин, я на самом деле думал, то, что будут какие-то реакции, ну люди просто, знаете... Не, ну хотя кто-то там релогаться начал, кто-то там репорт писал. Ну видите, никакой реакции просто нету. Я себе этот видос в голове представлял совсем по-другому, то что люди будут там гореть, писать там, возможно, чат дальнобойщиков, какая-то будет реакция, но, к сожалению, почему-то люди просто с этим смирились и все. Блять, да, он меня знает. Здорово. Короче, это я тебе прицеп подцеплял. Давай я тебе докину денежек. Сейчас посмотрим на его реакцию. 500 тысяч как бы ему на карман летит. Я думаю, он будет доволен, тем более он денег особо нету. А то я тут думаю, что за хуйня. Удачи тебе, хорошего настроения и дня. И сейчас тоже над ним немножко поиздеваемся. У него 9 уровень. Он только пришел на дальнобойщики. И я думаю, ему 500 тысяч как раз очень сильно понадобится. Обратно рассинхрон, конечно же. Не, админы реально красавчики, то, что они реагируют. То есть, вы сами видели то, что они сразу реагируют на сообщение, как бы, это очень хорошо, поэтому администрация, прям красавчики, работают очень хорошо. Так, я его обратно прицеп подцепил. Я не знаю, кстати, видит ли администрация то, что я, это я делаю. Обратно прицеп у него улетает. Та же самая ситуация, которая была с другим игроком. Блин, я не знаю, я не хочу особо над ним издеваться, потому что это новичок, и реально у него может сложиться плохое впечатление, поэтому выйдите, пожалуйста, из машины. Ну, мне надо вам кое-что передать. Не-не-не. Не, никакой пизды. Пизды, говорит. А, не, не пизды, братишка, не пизды. Все, хорошего вам настроения, хорошей дороги. За то, что я над вами немножко издевался, это я ваш прицеп трогал, чтобы он улетал. Поэтому вам такая небольшая компенсация. Ну что ж, ребятки, вот такой вот получился ролик. Надеюсь, он вам понравился. Я себе представил, конечно же, все по-другому. Я думал то, что будет как-то больше реакции, больше каких-то моментов там и так далее. Но получилось то, что получилось. Если вам понравилось, если вы хотите продолжение, то, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.